вами Галина Латинкова. Сегодня 25 августа 2022 года. Мы с вами под дождичком. У нас начинается гроза, чему мы очень рады. Вот. И в это время мы решили посадить шелковицу укорененную дома. Вот. Посмотрите, сейчас берем корешочки. Она укоренялась у нас с 9 июля в течение полтора месяца в домашних условиях. Значит, делался субстрат, глубинный торф и кокосовый субстрат. Один к одному разводился, немножко увлажнялась почва. И садились, смакивали, как это, макало сами побеги, корневин. И сюда укоренялся. Подсветка была домашняя, опрыскивание, как обычно. И укоренились они уже где-то в середине июля. Появились первые корешочки, были видны прям. Здесь вот просвечивались через коробочку прозрачную. Вот. Ну, мы их додержали до конца августа, чтобы они при дневном свете уже, в обычных условиях, они немножечко окрепли. И сейчас вот мы решили подождичек. Я решила посадить подождичек. Вот так это делается. Немножечко заготовлена луночка. Мы садим эти корешочки в естественном условии и присыпаем землей по уровень верхнего корешочка. Основной принцип посадки — это не заглубить корешочки. Вот таким вот образом делаем, чтобы они, почечки у нас немножечко одревесили. Достаем аккуратненько, чтобы не повредить. Вот такие вот корешочки у нас красивые, желтенькие. Потом они будут вообще шикарные, расползаться в стороны. Корневая система очень красивая, необычная для других культур. Также таким же образом ставим и присыпаем землечко. Вот. Что делаем в дальнейшем? Так, корешочки, чтобы не ломались. Расстояние достаточно. Поливаем клеечкой, водичкой. Сразу хорошо промачиваем почву. И ставим такое устройство специальное, сделано даже молния. Вот, разъединяем два саженца и также садим на определенном расстоянии друг от друга верхний корешочек на уровне земли и забрасываем. Потом самое главное — интенсивно полить. Вот, а сейчас нам дождичек помогает, прям под дождичек мы и садим. Мы ждали такую погоду специально, чтобы не пострадали растения во время жары, 30-градусной жары. Вот сейчас мы так вот эти посадим. И почки расправляем. Вот. Все, очень приятно им сейчас будет в такую погодку посаженную. Вот. Следующая партия у нас. Вот образом посаживаем. Ну вот, на этом, наверное, мы остановимся. И все-таки мы польем, и надо будет нам, наверное, убегать немножечко. Всего вам доброго и успехов. Спасибо за внимание. Всем благодарю. Итак, мы продолжаем высадку укорененной шелковицы железова в домашних условиях. Вот посмотрите, какие прекрасные саженцы у нас выросли дома. И какое количество. Там еще где-то есть. Еще принесем, поднесем. Вот, как они красиво смотрятся. И какие красивые у них листья. Так что, слава Богу за все.